Время близко, ангел вскоре вострубит на небесах, и на всем земном просторе воцарится Божий страх. Потекут людские реки, царь и раб к плечу плечом. Первый век с последним веком убиенный сполочем. И в суровой книге жизни все про каждого прочтет тот, кто нас для жизни вызвал, тот, кто видел наперед. И неверивший поверит, проклиная страсть и плоть, и Господь ему отмерит, изречет ему Господь. Где ты был, мой сын жестокий? Я стучался в дверь твою, посылал к тебе пророков, говорил про жизнь в раю, исцелял тебя в болезни и в печали утешал. Ждал тебя, но бесполезно. Звал тебя, но ты не внял. За твою больную душу на Голгофе был распят и просил, но ты не слушал. Ты себе готовил ад. Ты прельщался красотою, властью, славою земной. Ты смеялся надо мною, путь избрав себе иной. Ты презрел мои страдания, поселив в душе разврат, и грешил без покаяния, и гордыней был объят. Прожил, душу убивая, для утробы словно зверь, ни молитв, ни слез не зная, что же хочешь ты теперь?